Привет, друзья! Ну что? Из трех заблокированных автомобилей один разблокировали, ну и само собой этим автомобилем оказался уебищный спорткар, который на полноценный автомобиль-то не похож. По нынешним меркам этот автомобиль дешевый, всего 430 тысяч в стоке. Давайте его затюнингуем и отправимся тестировать. Так как в предыдущем видео мы уже тюнинговали этот автомобиль в сингле, заострять на этом внимание не нужно, все то же самое. Только дороже. С цветом я никак не мог определиться. В общем, ладно, получилось, что получилось. Погнали на тест. Итак, заезд в одну милю. С такими габаритами автомобиль должен рвать с места и дергать всех на таких небольших дистанциях. Но эта личинка Халка только с виду кажется такой быстренькой и маневренной. На участке в одну милю этот автомобиль показал наихудший результат среди спорткаров, которые уже были на тесте. Больше 20 секунд понадобилось, чтобы преодолеть этот рубеж. И Ростон занимает последнее место в нашем топе. Ну и теперь заезд по кольцевой. Тут-то все и станет ясным. Хуйня этот автомобиль. Или маленькая мразь, которая наебывает своим внешним видом и рвет все топовые спорткары. Кажется, что автомобиль очень бодро набирает, а также легко входит в поворот. Но это кажется. Из-за маленького веса действительно автомобиль может и набирает резво. Но все равно его потенциал теряется с каждой секундой на прямой. Поворачивает он неплохо, если скорость небольшая. На большой скорости колеса вовсе отказываются поворачивать. Поэтому приходится не хуёво так оттормаживаться, а из-за того, что ноги упираются в торпедо, то создается ощущение, что сейчас нигер пробьет ногами днище и побежит на своих нигерских ногах до финиша. Не, ну вы посмотрите на этот авто. Это же пиздец. Нахуй такое в GTA? Может, кому-то и нравятся такие машины, но лучше бы добавили еще один классический спорткар из 80-х. Ну или по крайней мере добавьте этот выкидышник спорткаром компактным. Но логику Рокстара не понять. Пока хуем по стенке не постучишь. В городе рассекать на этом автомобиле очень удобно. Он довольно резвый. Да и больших скоростей в городе не разовьешь. Но по сравнению с той же Легиэрой этот автомобиль просто смешно сравнивать. А придется. Потому что как раз эти автомобили конкуренты. Покупать эту тачку я не советую. Даже если у вас дохуище денег, лучше спустите эти бабки на шлюх и виски в местном стрип-клубе. Ну и теперь заезд на нашем каскадерском треке. Кстати, о каскадерских треках. Роки добавили возможность делать свои каскадерские треки вместе с особым транспортом. Так что нас ожидает пиздец, вакханалия и просто бомбизные гонки. Осталось только ждать от пряморуких мапмейкеров шедевров. Ну а мы продолжаем смотреть на этот пиздец. Да, косяк был жесткий на Волрейде, но я перезаписывал несколько раз, и из-за этого блядского момента все приходилось писать заново. Этот автомобиль просто опасно пускать по стенам. На большой скорости он успевает сделать кульбит, а не просто повернуть корпус на 90 градусов для успешного приземления на Волрейд. В общем, друзья, это просто хуевая коляска. А если учесть, что у нее нет лобового стекла, то можно представить такой случай. Вы хуярите по трассе на максималке, и вдруг кусок асфальта или камень вылетает из-под встречки и летит вам прямо в ебло. Скорость этой хуёвины будет такой, что расхуярит вам всю харю, и вы самоликвидируетесь под ближайшим самосвалом, будучи уже мертвым от повреждения мозга. Но это только в том случае, если камень залетит четко в глаз. Так что есть шансы умереть на 10 секунд позже. Но вернемся к автомобилю. Мой вердикт – хуйня. Ну а с вами был Дилетант. Спасибо за просмотр. Всем ББ, всем ГГ.
Друзья, кто хочет прокачать своего персонажа в GTA Online, заходите в группу по прокачке. Очень низкие цены и сотни положительных отзывов. Можно приобрести как валюту, так и уровень отдельно. Весь спектр услуг в меню группы. Ссылочка на нее в описании. А тут типы видосы, которые я рекомендую посмотреть, так что клацай на один из них, если не мразь.